Привет всем, это Алекс. Александр, Stories for Us. Неудобные истории неудобных иммигрантов в США. Специальный выпуск. Видите, это Тихий океан. Мы находимся на Гавайях. Это канал «Остаются Гавайи». Вот. Прекрасный очень город, нам очень понравился. Вот, вы видите, это у нас фактически Вайкики Бич, это район Вайкики. Вот, здесь очень много гостиниц, вот, очень много отдыхающих, хотя это, в принципе, не сезон, очень жарко и очень довольно-таки, так скажем, душновато, потому что влажность здесь высокая. Все-таки это Тихий океан, тропический климат. Вот, и зачем мы здесь находимся? Все в курсе, я об этом писал ранее, у нас 10-летие свадьбы, вот я решил отвезти семью на Гавайские острова и отметить, так скажем, данное событие. Вот. Плюс у меня день рождения, поэтому как-то двойной праздник. Обычно мы такие подобного рода праздники справляем в Лас-Вегасе, но в этом году я решил ехать на Гавайи. Все-таки 3 года в США, и для нас это сегодня еще, так скажем, метка, отметка, день, который останется на всю жизнь. Потому что это наш первый визит на Гавайи, это 10-летие совместной жизни, с супружеской жизни. Ну и плюс для ребенка неплохо, в принципе, 8 лет ребенок уже побывал на Гавайских островах. Погода просто изумительная, океан, вода, просто сказка. Я не могу передать словами, это надо почувствовать. Очень теплая, 25 градусов, так скажем, вода. В данный момент всего лишь 9 часов утра, народу полно. В принципе, здесь 6 часов уже полным-полно на пляжах людей. Вот. И заметны волны, я сейчас повернусь в сторону океана. Заметны волны, здесь стоит волнорез. Вот, и вот территория такая, видите, ограждена, так скажем, от волн, волнореза. Поэтому, в принципе, довольно-таки очень все адаптировано. То есть, фактически, вот данный пляж прямо напротив гостиницы. Вот там видно высокое, так скажем, здание, tower. Это есть наша гостиница, у нас на 25 этаже с видом на океан номер. Вот, это вся Вайкики Бич, еще раз повторяю, это Гонолулу, столица штата Гавайев, 50-й штат США. Полет занял примерно 5,5 часов, полет был изумительный, поэтому мы, так скажем, добрались довольно-таки очень комфортно. Вот, в принципе, вот такой краткий репортаж. Я Александр, Stories for Us, спецвыпуск с Гавайев, и я советую всем, если у вас есть возможность, обязательно посетить Гавайи. Вот, потому что это, так скажем, для нас практически вот самое такое райское место, на которое мы побывали. Конечно, все еще впереди, это не является чем-нибудь сверхъестественным, но тем не менее, для нас очень много знаменательного насчет, допустим, вот этой даты и, так скажем, все события, происходящие в это время, для нас довольно-таки очень важны. Спасибо, это был Александр, спецвыпуск из Гонолулу, Stories for Us, невыданные истории невыданных иммигрантов США. Peace out и до встречи в следующих выпусках. Пока!